самое. Давайте поднимем руки выше. Поприветствуем друг друга бурными аплодисментами. Здравствуйте! Сегодня мы собрались в замечательном атмосферном месте Liberty. Сегодня здесь пройдет новогодний отчетный концерт школы эстрады. И первый номер от наших детей. Давайте поддержим их бурными аплодисментами! Танец новогодний под руководством Анастасии Аркадьевны. Еще раз. Зарядили детей бурными аплодисментами, зарядили энергией, чтобы они не стеснялись. Так вот вы какие, чародеи, изобретатели волшебной палочки. Аплодисменты ребятам, девочки! Грамоты награждают за активное участие в творческой общественной жизни студии Академии талантов Дрожевская Василиса! Аплодисменты! Сертификатом награждается об окончании первого курса по направлению выявления Замир Ажар! Грамоты за активное участие Ажар! Козлова Регина. Хорошие аплодисменты в зале. Куликова Валерия. Миндагали Сизым. Аплодисменты. Асарматова Алина. Ездендирова Арушан. Какова Анастасия? Теперь побежали обнимать своих родителей. Скорее! Внимание! Следующий номер. Актерское мастерство. Сценка «Золушка». Назырова Софья, Синтиева Карина, Фильчева Дарья, Мукатаев Алибек, Нургалиева Алтынай, Избасаров Азат. Бурные аплодисменты нашим участникам. Громче аплодисменты в зале! Когда Золушка была еще совсем маленькая, у нее умерла мать. И отец женился на другой женщине. Так у Золушки появилась мачеха. У мачехи была одна родная дочь. Она ее очень любила и баловала. Когда дочь подросла, она ее одевала в красивые платья и возила по балам. А свою падчерицу Золушку она не любила. Одевала старые платья и заставляла работать с утра до ночи. Золушка, да. Мы сегодня идем на бал к королю. Ты что делаешь? Что? Я, конечно. А ты шил нам платье для бала, конечно? А ты вырастил цветок, чтобы я могла его в голос, в волосы? Да, конечно. Фу, уродство, безвкусица!
одной спичкой, перемолоть кофе, перемолоть 5 мешков горошка, 5 мешков фасоли и вскопать грядки. Матушка, я же с этими заботами не управлюсь. Поторопись, поторопись. Бедная Золушка, ты все трудишься, а мачеха со своей дочерью только и умеет, что разъезжать не была. Ну ничего, ты сегодня тоже поедешь на бал королёв. Правда, спасибо тебе, добрый фе. Но посмотри, у меня же так много работы. Ничего, работы за тебя сегодня сделают другие. Мыши переберут фасоль с горохом. Золотые печки вычистят пот. Пенки перемолют кофе, а воров выкопают пот. Спасибо большое, но в чем-то я поеду. У меня одни тряпки, и как я доберусь до отца? Бедная девушка, вы всего одно платье. Ну ничего, я же ведь фея. Я превращу твой старый грязный наряд в красивое бальное платье. Превращу тыкву в карету, тогда в кучера, а мужей в коней. И ты мигом домчишься до королевского дворца. Спасибо тебе, добрая фея. А еще я подарю тебе хрустальные туфельки. Они принесут тебе счастье, ведь ты его так давно заслужила. Спасибо большое. Но помни, ровно в полночь твой красивый бальный наряд принесется обратно в старое грязное платье. А карета в тыкву, куча в крота, а поле в мыши. Спасибо большое, я успею. Кто это за прекрасный незнаком? Не знаю. Может, она из соседнего королевства? Но на бал были приглашены гости из нашего королевства. Здравствуйте, прекрасный незнакомец. Я рад вас видеть на нашем балу. Разрешите пригласить вас на танец? Да, конечно. А вы принцесса из соседнего королевства? Нет, что вы, принц, я из вашего королевства. Мы вас никогда раньше не видим. Дело в том, что это на разный бал. Ну, вы позволите узнать ваше имя? Да, конечно, меня зовут. Извините, нужно взять. Девушка, девушка, постойте, уронили свою туфельку. Отец! Приказ короля. Кому эта туфелька придется в пору, та и будет невестой принца. Уважаемый принц, у меня дочь потеряла туфельку на вашем бабушке. Ну, вы слышали мой приказ? Где ваша дочь? А дочка, садись, примерит. Нет, больно, очень больно, очень больно. У тебя золотые руки, помоги надеть туфельку Ане. Нет. Помоги надеть туфельку Ане. Нет. Ах так, ты же знаешь, что сделать? Нет, не нужно, матушка, я все сделаю сейчас. Больно, Золушка, больно. Смотри, больно. Надели, смотри. Я невеста принца. Но это не она. Она? Ну, что же делать? Танцевать, конечно же, танцевать. Станцуйте с моим сыном. Позвольте помочь вам, пожалуйста. Да, конечно. Больно, больно. Но она вам невозможно мала. Как вы смогли ее одеть? Не расстраивайтесь, сударыня. Может быть, у вас есть еще одна дочь? Нет. Да, ваше величество. Она сидела в саду и плакала, держа в руках эту туфельку. Сынок, это она, это она. Разрешите пригласить вас на танец? Солнышко, тебе надо поторопиться, и скоро твоя свадьба. Под руководством Аим Алматовной выступали ребята. Назырова Софья, Сентиева Карина, Фильчева Дарья, Мукатаев Алибек, Нургалиева Алтынай и Избасаров Азат с сценкой Золушка. Давайте подарим им бурные аплодисменты! Ну а сейчас ваши уши порадуют Шмидт Валерия с композицией «Красками разными».
физкультуры? Давно поешь? Ну, не только вот недавно. А шоу-голос хочешь? А? Шоу-голос хочешь выступать? Да? Смотри, ты награждаешься грамотой за активное участие в творческой и общественной жизни студии Академии талантов. Держи это тебе. А вот эти вот гости сейчас все громко-громко поаплодируют. Это все для тебя. Беги к маме скорее, обнимай, к папе, маме. Следующий номер фортепиано. На сцену приглашается Хамитова Асалару. Давайте поддержим ее бурными-бурными овациями. Следующая композиция – «Хамажай». Шабалахаймас! Хамитова Асалару. Еще одна композиция под названием «Еркемай». Аплодисменты. Давайте зарядим нашу девочку бурными-бурными овациями. Громче-громче аплодисменты! Грамотой за активное участие в творческой жизни в студии Академии талантов награждается Хамитова Асалару. Держи, это тебе. Помаши в камеру, ручкой, помаши, да, помаши. И беги, папа, обнимай. Следующий на сцену приглашается Женьяр Нураим с композицией «Это Новый год».
Ибрагим, я тебе желаю удачи в твоих начинаниях. Это грамотно тебе. Давайте еще раз похлопаем громко. Женьяр Нураим для вас выступала. Следующим на сцену приглашаются Галимова Сабина, Бегулова Аделя и Султанов Берег с композицией «Jingle Bells Rock». Адель Галимова Сабина награждается за активное участие в творческой и общественной жизни Академии Таланта. Давайте подарим им бурные-бурные овации. Сценка. Новогодние приключения. Назырова Софья, Свинтиева Карина, Фельдичева Дарья, Мугатаев, Алибек Нургалиев Алтынай из Басаров Аза. Наступает Новый год, что же он нам принесет? Много сладостей, тепла, счастья, радости сполна. Сказку добрую впадают, улыбнуться все состоят. Дед Мороза прилетел, он нам елочку зажжет. Счастье с радостью будет служить, и весь год нам верно служит. С Новым годом! О, что? Кто ты еще такой? Это мое место. Как то? Я быт, я Новый год. А ты старый, я тебя заменяю. Как это ты меня заменяешь? Это мое место? Я совсем ничего не успела за этот год. Конечно, ты ничего не успела, ведь ты была не в лучшем году. Все сидели дома без настроения. Как это сидели дома без настроения? Люди проводили время со своей семьей. Это не так. Вообще-то это так. Нет. Это так. Нет. Это так. Нет. Я права, этот год мой. Нет. Я тебе его не отдам. Что ты шел? Где он мой. Нет. Надо срочно завести консультацию. Да. Просто у тебя все круто, будет плохо. Не отдам тебе. Всем привет, на связи Инстаграм. Я с места событий показываю драку между новым и старым годом. Привет, Инстаграм. Привет, Телеграм. Какая новость? Это нужно выложить во все каналы и создать новый набор смайликов. Ого, это да. Давно такого контента нет. Да. Нужно заснять ролик. Ой, что это? Нужно же разнять драку. Старый год, старый год, что происходит? Как это что? Пришел какой-то бык и занимает мое место. Я совсем ничего не успела за этот год, у меня были большие планы. Но сегодня праздник, год должен смениться. Я еще вернусь. Пошли. Это Новый год. Все мне испортил, все. Я должна что-нибудь придумать, чтобы остаться на своем месте. И у меня не так много времени, уже вечер. Вижу, ты сильно обиделся. Меня зовут Вирус, я очень опасный. Давай упростим. Давай, ну как мы это сделаем? Я их сражу, потому что они очень сильно мне надоели. Заразишь? Ну хорошо, я согласна.
поможет. Мы же развлекаем людей. Я вспомнила. Единственный, кто сможет нам помочь, его зовут Дед Мороз. Он волшебник самый главный. Новогодний порой, самый добрый он и славный. Зимний сказочный герой. Дед Мороз! Дед Мороз! О, кто же меня звал? Кто решил потревожить меня в этот вечер? Это мы, Дед Мороз. Мы соцсети, Телеграм, Ютуб, Инстаграм. Нас заразил какой-то вирус, и мы хотим, чтобы ты нам помог. Конечно, заразил мы, я вас спасу. Мне нужно только взмахнуть посохом, и вы будете здоровы. Раз, два, три, вирус, уходи! Спасибо, дедушка, ты нас очень выручил. Но кто же этот вирус? Откуда он взялся? Нужно ему отомстить. Так это ты? Это старый год! Сегодня он подрался с Новым годом. Наверняка это он зуб построил, да? Да. Точно он! Да, друзья, это сделала я. Но я очень сильно на вас разозлилась, потому что... Я ничего не успела за этот год, совсем ничего, и пришел вирус, и мне пришлось согласиться на то, чтобы вас всех заразили, чтобы я осталась в этом году. Мы тебя прощаем, но тебе все равно нужно уходить, ведь люди ждут Новый год. Да? Да, конечно. Все ждут Новый год, а я ведь стар, и я совсем от вас уйду, мне даже грустно стало. В Новом году я желаю вам всем успехов. И чтобы ваша душа пела. Всего вам хорошего. С Новым годом. Пока, старый год. Пока. Пока. Всем желаю счастья и добра. Но мне тоже нужно уходить. Меня ждут другие детки, которым тоже нужны подарки. Пока, Дед Мороз. Спасибо вам. А вы, друзья, помните, дружба – это самое главное. Желаем вам счастливого Нового года. С Новым годом! Итак, сертификат. Выдается на первый сорт об окончании второго курса по направлению актерское мастерство. Аплодисменты! Сейчас она называется грамотой Софья. Помаши, помаши, пожалуйста. Грамотой награждается Сунтиева Карина и Басара Аса. Ищева Дарья. Превосходный Дед Мороз, Мухатаев Алибеев, Нургалиева Алтынай. А теперь попрошу всех ребят, кто остался в зале, давайте выйдем на сцену и сделаем одну общую фотографию с нашими руководителями.